Но ты, получается, 15 миллионов можешь с одного раза вырубить. Да я могу всех вас сразу. Во, у меня уже желтая полоска, прикинь. Давай, сейчас просто все подключились. Давай лайк, твои удары нужны. Да, да, без моих ударов никуда. А если за 3 секунды ты успеешь поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить комментарий, то мы точно сможем победить самого дерзкого качка в Roblox. Раз, два, три. Всем отличного настроения, друзья, с вами Котенок Лайк и мой друг Лютый Джо. И сегодня мы будем троллить подписчиков. Вот они такие крутые. Привет, здесь, друзья. Здорово, Джо, да, привет. Привет. Лайк, слушай, кого будем троллить? Смотри, тут где-то был такой чувак, вот, на нубика похож, это кто? А, да, это какой-то нубик. Даня, 1, 2, 3, что-то там. Сейчас, короче, я ему затрещину дам. Ты смотри, какой лютый. А ну давай, давай, посмотрим, вынесешь ты его? Да, сейчас. О, нифига себе. Что, здоровый какой-то? Так, так. А ну давай, давай. Ты чё лайка? Ты чё лайка обидел? А ну отхвати. Получил нубарь. То-то же. Так я отомстил за тебя, лайк. Красава, красава. Джо, слушай, а тут это, девчонок нет, что ли? Ну, вообще бывают, но сейчас что-то не вижу. А что, познакомимся с кем-нибудь? Да, что-то хотелось, но, блин, меня как-то уложили уже спать, походу. Давай сейчас посмотрим. Так, это кто? Не-не-не, это серьезный парень какой-то, не, я с ним знакомиться не хочу. Да. Вот этот с крыльями, смотри, мне дал за трещину, подошел такой, слышь, ты, говорит. Где, кто? Вот этот, да, вот этот? Да-да-да, с крыльями, говорит, слышь, нубарь, на тебе, пощал. Так, что-то его догнать не могу, он что-то резвый слишком. Так, а ну иди сюда. Да ё-моё. Так, ты чё, он походу огурцов с молоком наелся, слышишь? Так, всё, я его вынес. Чё-то мне все по щам дают. Всё, он лежит. Блин, второй наш троллинг, и мне все время дают по щам. Пора уже подкачаться, мне кажется, на самом деле. Так, а ты возле меня будь. Давай, да, лайк, иди ко мне возле меня. Стой, как бы, чтобы тебя никто не бил, как бы, понимаешь? Вот. Так, слушай. Так, давай, сейчас я их всех буду тут лупить. Что это? А, это я тебя... Ой, блин, я просто тебя защищал, короче, понял? Ну, руками махал, и получилось, что, ну, перемахал. Ну, ты даёшь. Ты зачем мне по заднице ударил? Я тут не особо-то и крут. Тебя загасили, что ли? Смотри. Не-не-не, я сделал это, короче, такси, понял? Это, Uber, садись, подвезу. В натуре прикольно. Ща. А я могу на тебя сесть? Ну, по идее, да. Да а ну, ё-моё. Блин, да не умирай на мне, а просто садись на меня. Зачем ты умер? Ну, этот чувак, короче, дает по щам все время. Во, я хочу на тебя сесть и отжаться. Слушай, мне кажется, если ты на меня сейчас так сядешь и будешь отжиматься, будет выглядеть как-то, ну, двузначно минимум. Возможно. Слушай, ну, дерзкие, реально дерзкие здесь качки. О! Блин, ну это меня уже... девочки откинула. Здравствуйте, мадам. Есть девочка? Да, да, там есть девочка. Неплохо. Она, правда, больше, чем я. Да. И дает мне по щам. А, вот. Ты чё? Походу, она не хочет. Это какая-то злая девочка. Мадам, давайте познакомимся. Девчуля. Так. Девчуля. Даша, по-моему, зовут, да? Девчуля, все. Все уже? Копытца отбросила девчуля, да? Копытца валяются уже отдельно, голова отдельно. Жестко ты ее. Да я ее не трогал, это парни ее замочили. Не, я девчонок-то не бил. А, это они, что ли? Вот, да, я просто рядом стою. Но, видимо, они не особо умеют общаться с девчонками. Раз уж. Ну, такие пикаперы, да, не очень. А вот возле меня пацан прыгает, и у него какая-то наростень на руке. Да ладно. Че это такая? Нифига себе. А, да, это типа рука Таноса у него, что ли? А, это рука Таноса? Слушай, так он сейчас щелчок сделает и да все. Да, походу, сделал. Все? Я тут от каждого щелчка разваливаю. Все, я его уничтожил. Я победил Таноса. Красава. Можете меня называть это Тони Старк. Да ё-моё. Да, а тебя опять обижают? Да блин, я как не посмотрю, ты мертвый лежишь. Я, походу, даже не стою. Делай что-нибудь. Так, а ну отхватите все. Чего вы лайков все убиваете? Да, что-то какая дичка. Походу, не особо любит котов. Все, я всех уничтожил. Теперь я Танос. Так. Что-то все разбежались, слушай. Сначала прыгали. Так, лайк, пошли. Пошли вот сюда, я тебя буду охранять и подкачайся чуть-чуть. Давай, давай. Вот сюда в угол. Давай, заходи. Бицуху мне качнуть. Да, вот сюда в угол заходи, а я буду всех просто откидывать, которые будут к тебе подходить. Давай. Так, а ну, братан, отвали. Так. Все. Есть. Одного уничтожил.
Слушай, ну... Так, давай, качайся. Давай. А ну, давай, давай гуляй дальше. Есть. Сейчас. Так, лайк. Надо это... О, есть. Вася! Так, все этого... По-моему, это... А, я тебя убил! Это ты, по-моему, меня хлопнул. Да, это я, блин, нечаянно. Так, надо как-то быть аккуратнее своими кулаками. Да, они у тебя здоровые, как моя голова. Так, все, я вроде защищаю. Во, вроде во, получается. Вот вроде. О, давай на меня, знаешь. Так, о, стой, стой, сейчас сделаем точно, смотри. Я делаю размер 50, и ты, по идее, на не, мне, да? Не, нифига, я слетел. Не? Слетел? Так, сейчас я заново становлюсь маленьким. Так. А ну, где ты? Залазь. Так, все, бегу к тебе. Еще, еще, еще. О, так, так дерзкий качок пришел. Залез? Так, слушай. Да отойди, что ты на... Во. О, нормально. Да что ж такое-то, ё-моё. Ты не можешь запрыгнуть? Так, все, стоишь. А сейчас я буду по одному размер делать. Давай. Так, три. Стоишь на мне? Семь. Ты опять слетел? Меня сносят. А что ты умер опять? Да мне кто-то клеща дал. А ну на, отхвати. Да ё-моё, ну, дайте мне убежать. Походу не мы троллим качков, а меня тут все троллят. Не, ну да, получился троллинг лайка. Только я не пойму, ты вообще как бы живым бываешь? Я как не гляну, ты лежишь. А тебя, слушай, вообще бьют, тебе пофигу, да, насколько я понимаю? Ну, мне надо, я не знаю, тут, допустим, чувак 15 лямов у него, но ему надо, я не знаю, хотя бы ударов 100, наверное, минимум сделать, чтобы меня вынести. Блин, я в тебя врезался, короче, и упал. Смотри, лайк есть. О, ты почти живой, класс. Я увидел котенка лайка почти живым. Смотри, вот здесь елка есть. Заходи, прям в елку и в ней качайся. Так, не, ну это скучно совсем. Вот, а ну, так, не, я... ну мы сейчас проверим, получится так или нет. Я уже на тебя не могу запрыгнуть. Ладно, тут какие-то дрящи сейчас, я думаю. А, давай я двойку сделаю, а ну. На двойку получится? Слушай, блин. Ну дерзко, дерзко, конечно. О, девчуля отжимается, все, так. Здравствуйте, мисс. Я ее снова нашел. Так, а где ты ее нашел? О, не вижу, смотри, вообще, девушка моей мечты. Ё-моё. А это труп... А, это ты, я все. Я понял, где труп там и ты какой-то. Думаю, где котенок лайк? Смотрю, твой труп лежит. Думаю, а, понятно. Ну да, если видишь труп, это я. Ну что? А, ты на девочку решил запрыгнуть? Ну, а, конечно, слушай, на девочку поприятнее, чем на детство. Я победил девку. У-ху. Слушай, ну не знаю даже, ну вроде порадоваться за тебя, ну и как бы такое. Не, ну ладно, как бы это круто, да. Не будем тут это, как его. Ух ты, ты ее разозлил, смотри. Да, че она какая-то это. Она вообще дерзкая стала, смотри. Че, на битву пойдем? Блин, а я нажал нет. Ладно, я пока тоже еще не успел. А, я понял. Так, ладно, я включаю опять телохранителя, потому что, когда ты качаешься, очень... Давай, давай. ...опасно. Так, а ну отойди от лайка. На, в дюндель. Так, а ну отошел. Отошел, я же слышу. О, послушался. Че, я сейчас слышу? Ты где? Я улетел. Тебе кто-то пенделя дал? Да, ты мне прям пендаля такого отцовского дал. Так это не я, это вот этот, слышишь ты? Ты зачем? Да, а ну отхвати. Все, ты отхвати. Так, все, я очистил территорию. Блин, да тут... Давай, качайся. Одни легенды ходят, офигеть. Так, братан, не вздумай тут ногой бить. Так, о, этот качается, этот нормально, он тебе не бежает. А ну отойди, глянь, ты что лайка бежаешь? Так, есть. Все, качаются, качаются, нормально. Такс. Я с вами тоже подкачаюсь. Слушай, ну банка, по-моему, подросла уже. Да я думаю, смотрите, он бицу какая. Но... Ты если на пляж пойдешь, просто будешь топовым таким чуваком. Ого! Да ёшки. Неплохо ты вы... Блин, я его запомнил. Я запомнил, как выглядит этот дерзила. Так, а куда он убежал? Сейчас он меня отхватит. Так, где-то он тут только что прыгал. Не, ну я, конечно, поздоровел, но это все равно... А что это такое у него светится? Вот он! Все, я пружина. Это, я его вынес. Слушай, тебе не кажется, что тебя только что убили вот таким туалетным ёршиком разноцветным? Да, я тоже подумал, что это ёршик. Смотри, он как мой хвост. Точно, Лянь. Че это такое? Оу! Вот это да. Вот это гороха, кто-то наелся неплохо. Да. Супец был просроченный, походу. Я все, я понял. Это чувак в белых штанах. Это он топает, да, короче, получается? Да. Все, дотопался ты, братан. Отдохни. Так, куча мала началась. Смотри, куча качков мертвых лежит. Это кладбище качков. Так.
Все, я расчистил территорию. А давай посмотрим, сколько тебе надо ударов, чтобы меня вынести. Ну давай. А ну, раз, два, три, четыре, пять. У тебя что-нибудь отнялось вообще? Ну, у меня просто показывает мою зеленую шкалу, и все, она показывается и исчезает, показывается и исчезает. Короче, понятно, без шансов на самом деле. Так, а ну давай сейчас в чате напишем, чтобы все меня били. А, кстати, реально, за сколько мы тебя завалим? О-о-о, вот, вот это уже пошел, начал чувак это бить, понял, 15 миллионов, и шкала пошла уменьшаться. А тебя 15 миллионов бьет? Да-да-да, русский парень. Так, ну у меня уже где-то 10%, вот, почти четверть. Подожди, уже а у тебя сколько? У меня просто смотри, не открывается там лица почему-то. 208 лямов. 208 лямов? Да ну нафиг. Да. Так, нормально, нормально. Блин, ну зачем он вот это бьет это пяткой своей? Так, ну нам... Просто отлетаешь и все. Нам надо по-любому завалить лютого Джо. Блин. Ну, лайк, ты, главное, сначала оживи. Мертвым-то не получится меня убивать. Я даже дойти до тебя не... Да что такое-то? Походу... Так, ну у меня уже нету 30... Где-то 60% жизни осталось. Ну это мне, конечно, невозможно тебя завалить, главного качка. Да не-не, сейчас вот еще вы... Вот, почти половины нету. Тут вот этот 15-миллионник дает сразу одним ударом всем нам. Леща такого знатного. Ну все равно, конечно, маловато, блин. Из-за того, что все умирают, у меня восстанавливаются жизни. Ну ты, получается, 15 миллионов можешь с одного раза вырубить. Да я могу всех вас сразу. Вот, давайте проверим, сейчас подходите, и я ногой растопну. Давай сейчас. Так, а ну. Так, 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 так. Бегу, бегу, бегу. Подбежал. Все, я рядом, давай. И... Да я улетел просто, меня откинуло. Жесть какая-то. Ну, короче, не получается, смотри, меня бьют-бьют, они меня быстрее восстанавливаются, чем это, и все. Ну, вот я одним ударом 15-миллионника вынес. Офигеть. И еще рядом куча трупов было. Да, конечно, обидно. Думал, меня хоть захасят, не получилось. Да, я думал, мы сегодня завалим лютого Джо. Ну, что-то у нас ничего не вышло, друзья. Лайк, это стимул тебе еще подкачаться чуть-чуть. Во, у меня уже желтая полоска, прикинь. Давай, сейчас просто все подключились. Так, ну, ну. Сейчас мы завалим лютого Джо. Это ты, что ли, топаешь, не? Да не, не топаю, меня он только тоже откидывает из-за того, что что-то топает. Да что такое? Почти. Блин, ну чуть-чуть, чуть-чуть, уже даже меньше половины, уже осталось же чуть-чуть. Офигеть. Главное, чтобы не топал никто. Сейчас. Во-во-во. Так, да блин, вот это топотун, конечно. Сейчас будет шок-контент, минус Джо. Да ё-моё. Так, ну давайте, давайте, ребят, еще чуть-чуть, чтобы жизни не восстанавливались. Так, 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 так. Уже треть жизни осталось. Так, я... Давай, лайк, твои удары нужны. Да, да, без моих ударов никуда. У меня уже красная полоска, я сейчас коньки отброшу, давайте. Сейчас мы загасим эту реально завалите. Так. Так, давай, лайк, пару ударов осталось. Все, все, все. Подтягивайся быстрее. Я хочу это видеть. Твой удар был последним. Да, ё-моё. Так, и... Лайк, давай быстрей. Тут уже реально два удара осталось. О-о, давай, давай, добивай. Еее. Все, есть. Я коньки отбросил. Меня давно, конечно, не убивали здесь, ну, вот видишь. Все, мы вырубили главного качка. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравился видосик. Подписывайтесь на мой канал, на канал Лютого Джо. Всем удачи, пока. Пока, друзья.